Меня зовут Октав. Октав Паранго. Я рекламщик. Я заставляю вас мечтать о том, чем вы не сможете обладать. Это я решаю сегодня, что вы захотите завтра. Все на свете продается. Я тот, кто проникает в ваш мозг, кто резвится в вашем правом полушарии. Своих желаний у вас больше нет. Я навязываю вам мои. Ты сказал Стивену, что это реклама капусты? Да, вроде. Но теперь сомневаюсь. Все покупается. Чтобы преуспеть, надо принести себя в жертву. Черт подери! Мы же продавцы мечты!